Всем привет, меня зовут MJ Ramon и добро пожаловать в крафт-шоу. Сегодня пятница, а это означает, что мы продолжаем играть в игры, в которых есть изюм. И как вам этот велосипед из изюма? На самом деле, друзья, я приглашаю вас на увлекательную поездку на горном велосипеде по очень интересным местам. Что интересно в этой игре, а игра называется MBT Freeride, так это то, что здесь довольно впечатляющая... Привет. Впечатляющая физика. Ух ты, тут даже рампа есть. И вы будете часто делать вот так. Найти игроков. Найдет ли? И я так понял, вы можете ездить с другими настоящими живыми игроками, которые тоже скачали себе эту игру. Насколько это правда и насколько это настоящие люди, я не уверен. Потому что... Ну, даже зайдя сразу в игру, у меня были здесь игроки, у них были какие-то странные имена. Может быть, я сходу нашел каких-то игроков, с которыми можно было бы вместе покататься. Черт его знает. Но интерес этой игры в том, что вы очень-очень хорошо чувствуете свой велосипед. И поначалу, ребята, я думал, что здесь все просто... Аккуратно. Все просто завязано на скорости. Но не совсем. Здесь еще многое заключается в вашем грамотном управлении велосипедом. Казалось бы, что тут управлять? Господи, крутишь педали и поворачиваешь руль. Но здесь вы должны учитывать направление. Здесь вы должны учитывать угол падения. Вот. Еще есть разные кнопки управления. Давайте я вам покажу. Здесь есть кнопка... Я играю с контроллера. Здесь есть кнопка А, которая, видимо, на козла поднимает велосипед. Черт его знает. Здесь есть кнопка X, которая пытается удерживать ваш велосипед. Окей. Велосипед на заднем колесе. Здесь есть кнопка RB, которая является тормозами. Тормоза здесь отвратительные. Я так понимаю, просто по щебню гребем. И кнопка... Так, и кнопка B, которая делает вот так. В чем предназначение этой кнопки, не уверен, но, по-моему, вы пытаетесь перевернуть велосипед на 360 градусов на себя. И мы, наверное, попробуем с вами найти какое-нибудь место, где мы сможем это применить. И, кажется, друзья, я нашел одно такое место, где можно применить эту интересную способность, если ее так можно назвать. Все пусть едут по своим делам, меня это не касается. Я здесь устраиваю краш-тест нашего горного велосипеда. Так, и если мы сделаем вот так... Вау, вы видели? Вы видели? Я под конец смог это сделать. Привет, велосипед. Вызовите кто-нибудь скорую, пожалуйста. Если долго-долго-долго... Если долго по дорожке... Черт, что здесь за места? Друзья, я продолжаю здесь исследовать окружающую обстановку в поисках чего-нибудь, что может сломать мне шею. И кажется, я нашел. Черт. Мейн Хилл. Ух ты! Какие интересные вещи я нашел. Ей! Я нашел! Так, по-моему, я не ту кнопку нажал. Давайте еще раз попробуем. Вот это уже увлекательное место. Так, так. Слушайте, а вообще это реально? Аккуратненько. Нет, нет, велосипед, что ты делаешь? 3, 2, 1. Что-то тут надо нажимать. Наверное, нет, вряд ли эту кнопку. Давайте, давайте вот так. Вот, все, я поехал. И тут можно еще направление велосипеда менять. Все, вот так, вот так, вот так, вот так. Я учусь. Б. Уии. Как приземлиться на голову уроки вместе с MJ Ramon? Воу. Где я оказался? Что? Окей, все. Сразу мы сходу делаем переворот назад. Еп! Фак!
Едем вперед, аккуратненько, съезжаем. Жмем вперед! Жмем вперед! Знаете что, я тут вспомнил об одной особенности MBT Freeride, а это то, что у вас есть уровни. Вот вы видите, левел 1. И как только вы заканчиваете какой-то трек, вы получаете следующий уровень. И с увеличением уровня, как здесь вот написано, удивительно, да, я увидел эту надпись, вы повышаете свою скорость. Я думаю, что в этом месте я вряд ли куда-нибудь смогу перепрыгнуть. Пока не прокачаю свой левел. Смотрите, какие места я тут нашел. Так. Вау, вау, шит. Вау, 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 оп. Давайте попробуем еще раз. Оп, оп, оп. Было бы, конечно, неплохо, если бы мог управлять. Вау, шит. Вау, шит. Я жив, я еще жив. Я еще. Все нормально. Все нормально, я в порядке. Ха. Ха-ха! Ха-ха! Я нашел финиш. Оказывается, это очень тяжело. Смотрите, тут есть здание, и тут есть другие чуваки. И здесь, кстати, есть прикольный момент. Давайте попробуем проверить, как это работает. Здесь есть режим повтора. Во, реплей. Давайте заценим. Я вроде желтенький должен быть. Вот он. Я отстающий от всех. И ездил я в поисках, друзья, собственно... финиша. Потому что, ну, на самом деле прошло уже достаточно много времени, пока я тут... Оу, там прикольный фин был. Пока я тут ездил и искал, где же вообще нужно остановиться. Игра никак вам совершенно не подсказывает в этом плане, куда вам нужно ехать. Вам нужно полностью полагаться на собственное зрение. И это может иногда быть проблемой, потому что камеру вы вращать не можете. И вы смотрите исключительно туда, куда вот ваша прикрепленная к шее голова и не умеющая она вращаться, опять же. Вот куда она смотрит, туда смотрите и вы. Я бы, конечно, на месте разработчика добавил возможность вращения башкой. О, смотрите, как круто было. Вращение головой. Ну, хотя бы, чтобы взглянуть чуть выше. Я не знаю. Да, вот тут я сдал. Ну, в смысле, сдал назад. Как видите, анимация у наездника этого волшебного железного пони отличная. Он замечательно вращает ногами. Просто идеально все. Камера здесь тоже отличная, как видите. Мы прекрасно видим, куда направляется наш персонаж. Но давайте пока насладимся просторами MBT Freeride. Посмотрим на эти замечательные текстуры. Посмотрим, как хорошо колышется трава. О! И камера сказала нам, что все, я готова. Я готова вам показать. Вот тут, вот тоже. Выезжаешь такой, где дорога, фиг поймешь. Но дорога где-то здесь есть. И я надеюсь, вы заметили, по приезду на финиш я заработал целый третий левел. И скорость моего чувака повысилась. А вы знаете, зачем я это делаю? Вы знаете, зачем я это делаю? Мы вернемся к той рампе. Рано или поздно. Я думаю, что лучше рано. И где-то здесь уже, по-моему, должен быть финиш. Оказалось, что... Да, вот он, финиш. Оказалось, что здесь трасса не такая уж и большая, как я предполагал. Поэтому давайте, третий левел у нас есть. Стартовая позиция 7. Это интересная стартовая позиция. Это что-то, скорее, стартовая позиция. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну, мы на месте, друзья, мы на месте. Все, давайте проверим теперь, насколько хорошо у нас получится с уже более хорошей скоростью. Е-е-е-ху! Е-е-е! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Нет! Я живой! Я живой! Возвращаемся! Прощай, велосипед! Попытка еще одна. Смотрите, но у нас уже есть прогресс. Видите, не зря я получил третий уровень. Так, отлично. Это было хорошо. Это... Ну как хорошо? Ну, чуть-чуть хуже, чем хорошо, но неплохо. Я уверен, я чувствую победу. Воу. 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 Ребят, я, по-моему, перестал чувствовать. По-моему, я перестал чувствовать вообще что-либо. Там скорая приехала уже.
Оп-оп-оп-оп! Абана! Как вам такой финт? Как вам такой финт? Да пофиг, что я разобьюсь! Вот это был приемчик! А ну стоять! Я знаю, что я смогу сделать это еще раз. И что? Мы долетаем? По-моему, мы сейчас разобьемся. Но оно того стоило. Это было просто идеально. Ну что, друзья, вот такая вот она игра. MBT Freeride. Воу, шит. Я не уверен, сколько времени мы... Окей. Я тут нашел интересное место. Не уверен, друзья, сколько у нас времени прошло на... На видео. Аккуратно. Но я здесь развлекаюсь как могу. Ищу интересные места. Катаюсь, разбиваю велосипед. В общем, все как в детстве. Все. Я видел там какого-то игрока. Почти. Вы видели это? Like a boss. Все как в детстве. Правда, у меня в детстве не было такого отличного и мега крутого горного велосипеда. Но мне было на чем покататься. Да что ж ты будешь делать? И я очень любил его разбивать. Разбивать себе коленки. И разбивать какие-нибудь... Какие-нибудь заборы по всему своему городу. Иногда врезался в людей, и, в общем, я ищу уже в то время, когда всеми любимый GTA, каким его все знают, еще не вышел, когда еще не появился даже San Andreas с его велосипедами, я уже играл в свой GTA. И, друзья, если вам интересны симуляторы, и если вам интересны горные велосипеды, и вы знаете, как на них ездить, в отличие от меня... Давайте развернемся в какую-нибудь другую сторону. Я всячески рекомендую вам попробовать поиграть в MBT Freeride, учитывая, что эта игра совершенно бесплатна. Она потихоньку обновляется, это, конечно же, еще пока альфа. Но уже много веселья можно найти в этой игре. Можно прокачивать своего персонажа. Можно совершать вот такие вот бешеные прыжки. Иногда даже выживать, вы видите, тут куча разрушенных велосипедов. Я не уверен, мои ли это. Но, как я понял, все-таки можно еще играть с другими игроками. О, я вернулся, кстати, на стартовую позицию. И вы можете провести довольно интересное время, совершая глупые и необдуманные поступки, которые вы просто не могли бы позволить себе совершать в реальной жизни. Я пойду, наверное, найду все-таки наконец-то себе шлем какой-нибудь для того, чтобы не так повреждать свою бедную голову, которая здесь уже была просто наказана всячески. Меня зовут MJ Ramon, я здесь поваляюсь, посмотрю на это прекрасное небо, на этот закат. И мы здесь закончили. Пока. What you gonna do? Clap, clap, clap.